Валь Ислам здесь пишет, что он удивляется и к тому, как может человек, которого он не знает, зависеть от него. Ну и что? А какое имеет значение? Ты сам знаешь, что есть много людей, от которых ты зависишь, но ты их не знаешь, не знаком с ними. Что неправильно? Какие-то там члены парламента принимают закон, а завтра тебе надо будет покинуть свой дом, скажем. Ты их знаешь? Нет. Зависишь от них? Да. Итак, если есть группа, от которой зависит исправление, то я могу понять. Как может быть человек, который не знает этого, не связан к этому, как он влияет на систему? Но он часть системы, дружище. Ты можешь так сказать о каждом. Ты узнаешь, познакомишься со всей системой только в конце. Даже когда ты находишься на какой-то ступени лестницы. Ну так ты знаешь часть этого. Ну и что? Но ты что, ответственный только за эту часть? Нет, так это не работает. Работаешь выше знания, ты ответственен за всех.